Яке свято без десерту, а коли він ще легкий та корисний, це взагалі ідеально. Тож сьогодні Сільвія навчить нас готувати такий смаколик. Що це буде? Сьогодні на десерт у нас компот. Ну, на самом деле, я шучу, у нас не компот, а грушево-яблочное компоте. Это очень просто приготовить. Давай начнем? Яблучно-грушеве компоте. Інгредієнти. Яблука 3 штуки, груші 3 штуки, апельсин 2 штуки, сушена журавлина 2 столові ложки, цукор 1 столова ложка, бодян 3-4 зірочки, кардамон. Мы не используем ни муку, ни тесто, мы ничего не запекаем. Мы просто сейчас нарежем яблоки и груши. Тоненько, вот так. Нам нужно сделать кубики. Угу. Конечно, самый, наверное, простой рецепт, это рецепт десерта, это запеченное яблоко в духовке. Наверное, это самое простое. Но у нас немножко не так все просто, но практически... Мы будем использовать не только яблоки и груши, нам еще понадобится апельсин. Для этого я с апельсина сниму цедру. Для того, чтобы снять цедру, есть специальный девайс под названием сниматель для цедры. Но если у вас такой штучки нет, вы можете снять теркой, допустим. Теперь нам нужно выдавить сок из нашего апельсина, с которого мы сняли цедру. Я это обычно делаю с помощью вилки. Конечно, если у вас есть соковыжималка, вы можете выжать с помощью соковыжималки, но вот это самый простой походный способ выдавить сок из апельсина, лимона, лайма. Попробуйте. Страшно. Сейчас я от косточек избавлюсь. Хорошо, такие они. Ага. Теперь нам нужно нагреть наш апельсиновый сок. Магия. Мы добавляем наши яблочки. Тут еще важно, чтобы нагреть только сок. Нагреть, и сейчас, когда мы добавим сахар, должен раствориться сахар. Такое незамысловатое блюдо, но я не думаю, что оно оставит кого-то равнодушным, потому как мы добавим туда бадьян и анис еще. Наша цедра. Это получится как фрукты в соусе, в таком густом, карамельном. Так, это дуже смачно будет. Я думаю, что у каждого в доме найдется после Нового года и яблоки, и груши, и апельсины, и сахар. А бадьян и кардамон – это уже каждая хозяйка должна постараться, чтобы они были у нее. А мы добавляем сушеную клюкву. Она сейчас в горячем апельсиновом соке расправится, станет ярче. И добавляем буквально пару звездочек бадьяна. Они очень ароматные, много не нужно. И анис. Важно, чтобы яблоки и груши не разварились, а остались цельными. Но при этом сахар должен полностью раствориться. Подавать лучше не горячим, вот оно в таком виде уже в порционном должно остыть. Взагалі-то, напевно, можна прикрашати якимись горіхами, так? Посипати. Да, можна орехи. Очень хорошо во всіх десертах смотрится мята. Можна поставити даже в холодильник, если оно чуть-чуть охладиться, будет тоже хорошо. И последний штрих – это корица. Ну как? Виглядає просто дивовижно. Я не очікувала, що десерт можна приготувати так швидко та так просто. Я желаю вам, щоб ваші десерти получались так же швидко і вкусно. З Новим годом! З Новим роком та веселих свят!
Яблучно-грушеве компоте. Інгредієнти: яблука 3 штуки, груші 3 штуки, апельсин 2 штуки, сушена журавлина 2 столові ложки, цукор 1 столова ложка, бодян 3-4 зірочки, кардамон. Приготування. Груші і яблука помити, очистити і нарізати кубиками, видаливши серцевини. З апельсина зняти цедру і віджати сік. Сік підігріти в сотейнику, додати цедру, яблука та груші. Покласти бодян та кардамон і варити на повільному вогні під кришкою 5-10 хвилин. Всипати журавлину і цукор і готувати без кришки ще 5 хвилин. Подавати теплим або кімнатної температури.